Краснодаре изменят два пригородных маршрута. По просьбам пассажиров их продлят, сообщили в городском департаменте транспорта. Так, конечную остановку автобуса 101А перенесли от торгового центра «Восточно-Кругляковский» к развлекательному комплексу «7 звезд». А автобус 121А, который раньше двигался от спорткомплекса «Екатеринодарский» в хутор Копанской, будет доезжать до хутора Черников. На маршруте добавили еще одну остановку в поселке Колосистом. Изменения начнут действовать 6 июня.